Прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать брутальный онлайн-экшен Crossout. Там жалкие остатки человечества на обвешанных оружием тачках добивают друг друга в постапокалиптическом мире. Собери свой эпичный драндулет и примкни к одной из шести фракций. Детальная модель повреждения позволит отстрелить врагу колеса и оставить его унизительно подыхать под палящим солнцем. Crossout есть на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Скачивай игру по ссылке в описании. Привет, братва! Сегодня у нас будет такой трешовый видос. Я вообще люблю экшен, как вы знаете. А именно сегодня вы увидите, как мы разбили немецкую тачку одну. Сразу не бомбить, эта машина шла сразу на выброс. В принципе, она для этого там и покупалась, по сути. В итоге, потом она просто на мусорку скидывается, ее под пресс и выкидывают. Поэтому ее можно было полностью разбить. Но мы ее немножко подушатали, перевернули, там подожгли кое-что. Но это вы еще сейчас все увидите. А на данный момент мы приехали в Озерки. Специально выждали такую сырую погоду, чтобы не сжечь к чертям этот лес. Купили бензин, и я хотел всегда сделать два трюка. Первый трюк — это поджечь полностью велосипед и прыгнуть на нем трамплин. Может быть, даже сделать какой-то трюк. А второй трюк — это поджечь самого себя и тоже прыгнуть. Но это уже потом. Пока сейчас просто затестим, подожгем велик, посмотрим. Велосипед — это тоже у нас для экспериментов. Как вы знаете, я на нем уже прыгал с 10 метров в воду, летал с ним, уже много чего делал. И сейчас тоже его ждет очередной эксперимент. В общем, желаю всем приятного просмотра. Готовьте чаёку и погнали. Только, как обычно, предупреждаю, ни в коем случае не повторяйте это в реальной жизни. О, хорошо, блин, а точно не сгоришь? Так, да, мокро, мокро. Сейчас на третий раз зайдет. Нормал. Что-то это жестко, слышишь? Это, по-моему, вообще лютая тема будет теперь. Так. Призрачный гонщик! Надо тушить! Das in Lust verbrennt. Что-то мы добились немного не того, чего хотели. Загорелся не велосипед, а земля. Но мне пришла в голову отличная идея. Можно сделать небольшой костерчик, облить велосипед бензином. И когда я поеду, как бы он загорится, байк, я уже прыгну на огненном. А то так получается, пока я доезжаю до вылета, велосипед тухнет. Давайте попробуем. Сделаем костерчик мы из листьев. Все, думаю, этого хватит, наверное. И снова поливаем велосипед. Тихо. А что, можно ударить меня? Тебе, давайте. Да, я сам ни разу машины не бил. И ничего не было, смотри, реально. Да, вообще как будто... Вообще ничего. Идеально. Спарта. Короче, эта машина просто на выброс идет, поэтому, короче, ее можно бить. Чё она такая, не получается? Смотри, ничего! Слышь, ты даже царапинка маленькая, её и так полировать можно. Не, вот смотри, ничего не происходит. Вот так, нахуй. Всё, подожди. Снайпер. Вот, всегда мечтал вот это сделать. Сними зеркало. Стой! Давай я сразу на мусорку прям так, может, ты донесешь?
Все, поехали. Как я купил Opel Vestra, Астрочек? Обычный день в автосервисе. В немецком. На самом деле очень странное чувство стоять на тачке вот так. Все, давай толкаем. Давайте! Бах! О, бензин столько вылилось. Вася, толкай ее подожду. Поджигай так. Да все, хватит. Блин, ты помял крышу. Чего? Че замяться? Нормально, 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 пацаны. Как работают русские автосервисы в Германии? Дрифт, она боком идет, боком, боком. Там еще какую-то дверь случайно цепанули. Ну ладно, нормально. Да, еще зеркало. Чуть-чуть поправить. Крыша крепкая вообще. Да давай подождем чуть-чуть. Все уже? Надо тушить, а где тушитель? Бля, давай, где тушитель, скорее, бля. Водой не потушить. О, кед загорелся, кед загорелся. Блин, ну как вспыхнуло, я вообще охерел. Все, нормально. Типа загорелось раньше, чем нужно. На второй раз мы совершили ошибку, потому что слишком близко поджигали. Ну, на третий раз все получится. Я еще сейчас вылет подожгу. Точнее, болит прям. На колы, колы. Она что-то еще больше горит, слышь? А у вас тут нетушитель есть, это же Германия, блядь, чувак. Давай. Да все, все, нам принципе, чуть-чуть сейчас зальем. А это что? Блин! Куда это вообще сейчас зальем? Да не, я в фильмах видел, они накрывают. Все. Это если человек горит, блин, это. В принципе, сейчас почти все получилось, но нам не хватает бензина, надо больше облить бензо, еще масло добавить, и тогда он загорится, и я смогу прям вылететь. Но моя мечта – это поджечь полностью велосипед, чтобы он горел, и поджечь себя полностью. И если этот видос наберет 666 лайков, то я это сделаю, и скоро вы это увидите. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди будет много всего интересного. С вами был Дима Гордей, до новых встреч!